Городский фестиваль творчества «Сердце на долоні» прошел у Могилеве. Он примеркованный до Международного дня инвалидов. Удельники фестиваля продемонстрировали свои невероятные здольности. На святе необмежеванных возможностей побывала и наша здымочная группа. Все напряжные доходы тянут плотки. Центр соцобслуговывания Кастрычинского района на сцене со своим бачением ведомой народной каски, креативным и жартовным. В этот час за кулисами до выступления рыхтуется Ганна Иванова. Спевачка из детства захопилась еще и бальными танцами. На ее рахунку ни одна перемога у конкурсах. Девчина уверена, хвороба творчести не перешкода. Нет смысла сидеть дома, там в четырех стенах, плакать о том, что тебе больно, тебе плохо. Нужно просто вставать, идти и делать. Концерт протягивает особливый хор. У одних жестко ослаблены, у кого-то ее отсутствующая увогули. Тем не менее, гостиниц – неотъемный гость амаль кожного из городских святов. Коллектив завжди у пошуку новых идей, неспынно поширая репертуар. Вот и зараз творчие планы идут далеко наперед. 750 лет городу Могилеву, поэтому и много других событий, поэтому очень целенаправленно готовимся. 50 лет Центру городскому культуры, поэтому тоже ответственным мероприятием. Выстава удельников фестиваля оказалась не меньше разностайной за концертную программу. Свой талент умельцы демонстрируют у десятках работ. Вот, до прикладу, выхованцы Центра соцобслуговывания Ленинского района Могилева осилили и малевание пластилином, и зусим редкую технику – ниткографию. Что не работа, это шедевр. Что не исполнитель, это гений и талант. Когда видишь их желание, когда они после выходных приходят в центр, в отделение наше, как на праздник, кажется, больше благодарности не надо. Фестиваль «Сердце на долоне» проходит не упершину. И с каждым годом колькость жадающих показать свой талант только увеличивается. Алиса Рыбалка, Александр Артемьев, Новини.